Дар'я Малахова – навучэнка Гомельскага дзяржаўнага мастацкага каледжа. У мінулым годзе яна прадставіла свае дызайнерскія праекты на прэстыжных рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах. Яны атрымалі станоўчыя водгукі ад журы. Высока ацанілі работы Дар'і і ў Гомелі. Очень приятно. На самом-то деле, как-то даже неожиданно, что оценивают настолько высоко труд учащихся и помогают также продвигаться творческой молодежи. Один из самых юных удельников церемонии – Рафаэля Пападия. Ему всего 11 годов, однако мало який концерт у Гомеле проходит без уделу юного вокалиста. Лауреат шматликих музычных конкурсов, отрымливая посвящение специального фонду президента Республики Беларусь по подтримке талиновитой молоди. Очень неожиданно, потому что я даже не знала, что награды за это дают. Просто, ну, я участвовала в конкурсе, и мне дали президентскую стипендию. Ну, дали. Вот. Получается, но потом дают диплом за президентскую стипендию. И, ну, я очень, конечно, рад. И, ну, то есть для меня это большая ответственность. Я планирую сейчас пойти на Славянский базар. Мы вот уже подали заявку, уже видео сделали. Премии Гомельского аблвыканкама отримали 18 человек, и еще 10 стали уладальниками посвящений от специального фонда президента Республики Беларусь по подтримке талиновитой молоди. Это и молодые артисты уже зараз соправные зорки, якими гонорится Гомельщина. Это действительно достояние всех вот, трех составляющих. Это ребенок, это учитель, это родитель. Поэтому всем желаю и в дальнейшем преуспевать, всем ребятам творческих побед, родителей и педагогам достойных детей. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».